По мере того, как на улице становилось холоднее, увеличивалось количество звонков о необходимости помощи в службу 112. Большинство тех, кто остро нуждался в помощи, бездомные. Именно они наиболее уязвимы в такую погоду. С 15 по 18 января 2021 года мы зарегистрировали 11 обращений по поводу переохлаждения. В трех случаях люди находились без сознания. Звонки были сделаны из Кишинева, а также из Когульского, Штефанводского, Кантемирского районов и муниципия Бельцы. За этот период мы также зарегистрировали 21 звонок о бездомных, точнее о людях, находящихся в бессознательном состоянии, обнаруженных на остановках, перед магазинами или во дворах жилых домов. Поступило и 4 звонка по поводу травм, вызванных падением на льду. Бездомных в Кишиневе готовы принять в центре размещения, расположенном по адресу улица Халтей, 2. ИО директора учреждения Вячеслав Маковей рассказал нашей съемочной группе, что этой зимой в центр еще не поступали заявки на приют для людей с переохлаждением. В настоящее время в центре нашли приют 72 человека. В течение 3 дней, начиная с пятницы, увеличился поток людей, которые приходили и уходили. Часто в холодный период привозят людей, пострадавших от обморожения. Но на данный момент у нас таких нет. Пришедшие помещаются в изолятор на 14 дней, в течение которых они находятся под наблюдением. С ними каждый день проводится различный инструктаж, беседы с психологом, им оказывается социальная помощь. Для некоторых людей центр – единственное спасение и пристанище зимой. Уже почти 2 месяца, как я попал сюда. Меня приняли, заботятся обо мне, вовремя кормят. Большое вам спасибо за то, что приняли меня. Я хочу как можно быстрее пойти на работу, потому что я могу работать. В Чедерлунге прямо на улице от переохлаждения умерла женщина. Сотрудники службы скорой помощи призывают граждан сразу звонить по номеру 112, когда они видят людей, находящихся в сложной ситуации. В этот период очень важно, чтобы люди проявляли ответственность, чтобы каждый раз, выходя на улицу и обнаружив бездомного или человека в бессознательном состоянии, звонили нам. За последние 5 дней температура воздуха в Молдове значительно упала, однако к концу недели ситуация изменится, и снежинки могут смениться каплями дождя в северных и центральных районах страны. Даниила Данилов, Анна Лысикова, Дмитрий Паршуков, Акчен ТВ.